Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами вечерний Валет. И мы продолжаем рассказывать вам про то, что надо делать в ваших компендиумах, какие ставить фэнтези предикшены и как заработать очей больше, чем ваш друг, с которым вы играете в пабе. Вот. Завтра первый день плей-офф. 4 матча будет сыграно, то есть 8 команд участвуют. Соответственно, нам выбор очень маленький. По сути, меньше, чем это было во время группового этапа. Не надо думать, кто сколько сыграет. Все сыграют 2 матча, то есть 2 карты. И перед тем. Я просто, у меня почему-то в голове крутится вопрос, это твои носки воняют, потому что чьи-то явно воняют, ну как из того видео. Ладно. Это не мои. Ну, значит, мои. Черт, это реально кидалово. Слушай, мы про... Сейчас обливано. Мы это будем вырезать или нет? Ну, думаю, что да. Ладно, Игорь, как хочешь. Короче, перед тем, как перейти к прогнозам, нам надо подвести коротенькие итоги группового этапа. Кто был топ-топ-топ, а кто был не топ, не топ, не топ. Virtus.pro лучшая команда. Так я ж про игроков, или мы про команды? А, про игроков. Так мы ж про фэнтези. Хорошо, команды в топку, понял, это аналитика. Это отдельный проект. Ну, слушай, в принципе, никто особо нас не удивил. Никто не удивил. То есть все те самые лица, которых мы ожидаем увидеть в топе, там Burning, Miracle, KK, SCCC, и все остальные, в принципе, которых мы постоянно рекомендуем. Да, меня все... удивил один, меня Фриз удивил, который из Vichy Gaming набрал очень много очков. Он большой молодец. Да, да. Вот, хорошо но играет. Единственное, в этой действительно команде. Большое удивление, это Обед, который занимает главную строчку топ-1. Все, он обогнал всех, он обогнал Miracle, он обогнал Сумаила, он обогнал SCCC, KK и всех на земле. То есть Обед действительно молодое дарование из Digital Chaos. Жарит что надо, и можно ставить его и дальше, и возможно даже сегодня. Если вы болеете за Digital Chaos, если вы болеете за Ratikea, то мы бы вам не рекомендовали этого делать. Конечно. Вот так. Итак, переходим к первому дню main event, матчи IG Mouse Sports, Liquid, Newbie, Digital Chaos, Vichy Gaming Germany и IG Vitality против Virtus.pro. Что мы вам рекомендуем? Брать соло. Мы рекомендуем брать, ну, на самом деле, мы логичные же, это же вечерний логичный валет, поэтому мы думаем, что, например, Ньюби Ликвид опасная пара, мы не знаем, кто победит. Ну, например, выиграют Ньюби 2-0, получается, что из Ликвид нельзя брать игроков, мало наберут. Ну, Ликвид могут выиграть 2-0, ну, или даже 2-1, не суть важно, да? Скорее всего, там игроки, которые проиграют, заработают немного, а предсказать победителя сложно, сложно. Сложно. Поэтому, вот, например, Ньюби Ликвид я бы не трогал. Vichy Gaming J против DC на самом деле тоже пара очень неоднозначная. Очень. Но тут фанпик можно сделать. Вот если вот фан-пик. Реально, да, фанпик. А, ну, конечно, да. Если вы верите, например, в DC, то, как я уже сказал, Обед набирает супер много. А в Vichy Gaming J, кстати, я не сказал бы, что кто-либо набирает много, но если предположить, что они выиграют, то так или иначе, конечно, вы в просак не попадете. Но я бы все-таки не рекомендовал. Риски слишком велики. Поэтому я думаю, что мы все-таки пойдем по фаворитам, а именно IG против Mouse. IG — это явный фаворит. И Virtus.pro против IG Vitality. Virtus.pro — явный фаворит. Ну, ты знаешь, там можно еще заметить, что если вы верите в греков, то там есть Skylark во флейне, который много-много набирает. Но это если вы прям совсем рисковый, и если у вас просто тупо 5 карточек есть, одна из них Skylark, вот тогда можете поставить его. В первый день он реально был в топе, но потом пошло что-то не так. Да, IG. Все верно. Поэтому мы советуем следующее. Мы советуем, значит, кэрри игроков. Один из IG, это Burning. Да. Burning. Один из Virtus.pro это No One. Соответственно, оба игрока на данный момент по фэнтези попадают примерно в топ-20 лучших. То есть набирают много. Но Burning вообще в пятерке. Шестой Burning, то есть... Да. Но Ван тоже не очень далеко, по крайней мере, среди Virtus.pro он лучший по фэнтези. Далее мы берем советом саппортов Бобока и Соло. Оба тоже набирают очень много. Бобока вообще просто сумасшедший пока что на этом турнире, когда ему дают его героев. А мы надеемся, что в игре-то на вылет Бобока будет получать своих героев, а не триант протекторов всяких там. Поэтому Бобока набирает много, Соло набирает много. То есть вот на самом деле Burning, ну, One, Бобока, Соло. А вот оффлейнер, мы говорили, что Паша набирает не очень много в самом первом нашем выпуске, но ситуация изменилась. Нынче Паша набирает не так мало, потому что пошли какие-то герои, типа лайфстилеры в сложную и что-то такое. И действительно, получается, у Паши набирать много. Но я более чем уверен, практически наверняка, да, что никакой лайфстилер для Паши в плей-оффе уже не будет играться.
соответственно, XSS, который и так... Они, у них там, они там прям ноздря в ноздрю идут по итогам. Но я уверен, что у XSS будет тот же Магнус, как минимум, в одной игре, на котором он зарабатывает просто миллион очков, а у Паши будет Слардар, или, ну, образно говоря, более такие тайтовые плейоффные герои. Поэтому, ну, я Все не верно. Знаю. У XSS еще Легионка, его сигнатурный, Акс. То есть и герой, который фармит. XSS больше фармер, Паша все-таки менее. Поэтому я бы, наверное, если вот выбор есть, есть и та, это другая карточка, брал бы XXS. Это, соответственно, получается вот наш золотой состав. Мы набираем игроков из IG, из VP, каких конкретно мы озвучили. Можно, конечно, немножко других, если карточек не хватает. Можно, ну, Ванна Рамзеса поменять, Бернинга на OP, или взять и Бернинга, и OP, например. Ну, не у всех есть все карточки, на самом деле. Это только мы, миллионеры. Богатые сами, да. Ну, у богатых свои проблемы, поэтому мы выбираем два состава, золотой и серебряный. Поэтому мы лежим в кровати вместе, да, богатых, да, свои. 500 долларов отеля. Вот. Соответственно, дальше. Серебро. Дальше что у нас? Ну, серебра как такового в этот раз выбирать не получается. Я просто, наверное, порекомендовать бы хотел игроков нескольких, которых вот из других команд, из тех самых Ньюби, Ликвид, там, Вич Гейминг и DC, которых можно взять, вот если они есть. Кого-то у вас нет, а есть кто-то другой. SCCC, КК. SCCC, КК обязательно, это... Если они есть, 100% их ставьте, ну, если вы не хотите слушать, имеется в виду Virtus.pro. И не забывайте про Абеда, никогда не забывайте про Абеда. Я вот думал по поводу других игроков команды Digital House, но я посмотрел, там, ну, совсем-совсем беда. Фриз из Vici Gaming, Джереми. Фриз. Да. Обратите внимание на него. Соответственно, Миракл и Куроки. Но опять же, мы еще раз повторим, что это, соответственно, не факт, что эти команды победят. И гораздо лучше ставить, конечно, кого-то из IG, из Virtus.pro. Так будет лучше. Да, ну вот, собственно, и все. Вот таким должен быть первый день фэнтези. Ну и мы обещали, точнее не мы обещали, вы просили, чтобы мы вам помогли составить прогноз на сетку. Но это будет суперэкспресс прогноз на сетку. Че, давай? Да, конечно. Давай. Озвучивай. Сверху вниз нам надо побежать по сетке и назвать матчи. Некоторые, короче, неважно, поехали. IG против Mousesports. IG. Да, IG против Mousesports, 100% IG. Дальше у нас следующие по сетке идут Liquid против Ньюби. Отказано. Ну, нам нужно дать прогноз. Значит... Я бы поставил на Liquid. А я на Ньюби, вот у меня не разделились. Ну, тогда на Ньюби ставим, да. Ну, Ньюби просто я... Соответственно, я... ну ладно, ставьте на Liquid, потому что я просто глорю за Ньюби. И все время... Мне кажется, Ньюби просто выиграют. Я тоже просто хочу, чтобы выиграли Liquid, но... Это экспресс прогноз или нет? Экспресс. Ньюби. Ньюби. Дальше. DC против Vici Gaming. Ну, я, если честно, думаю, что Vici Gaming. Я тоже думаю Vici Gaming. DC, ну, халява была в группе просто. Vici Gaming. Virtus.pro IG. Ну, Virtus.pro. Virtus.pro, конечно. Дальше. TNC против Faceless. Опа. Сложный матч. Сложно. Ну, думаю, что, вообще-то говоря, Faceless. Я тоже думаю, что Faceless TNC в группе, ну, это то же самое, что с DC, непонятно, что это было. Faceless. Да, дальше. OG против Random. OG, конечно же. EG против Thunderbirds. EG против Thunderbirds. Thunderbirds, я выбираю. Да ладно, серьезно? Да. Ну, ты весь турнир глоришь за Disband. EG, хорошо, Thunderbirds, поехали. Secret против бразильцев, конечно, бразильцы. Если бы это было в футболе, да. Secret против кого? Бразильцы. Ну, Secret, конечно, да. Да, дальше. Четвертьфиналы. IG против Ньюби. Играли два раза. На даке выиграли IG, на DPL выиграли Ньюби. Ну, я думаю... Говори ты. IG. Хорошо. Дальше. Vici Gaming, Джереми против Virtus.pro. 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 Дальше. Faceless против OG. Без вариантов. OG. OG. Дальше. Thunderbirds против Secret. Secret, да, я тоже согласен. Секрет Ром. Да, ну четвертьфинал. Secret. Полуфиналы. Invictus Gaming против Virtus.pro. Ну, вообще, Virtus.pro. 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 Хорош. Второй полуфинал. OG против Secret. А, что? OG против Secret. Secret. Серьезно? Да. Ну, ладно. Говори ты. OG. Хорошо. Финал. Virtus.pro, OG. Virtus.pro. OG. Secret. А, OG? У нас OG. Virtus.pro, OG у нас финал. Secret. Ну ты за секрет. Так ты хочешь мы секрет? Короче, смотрите, вот до полуфинала второго мы вам дали идеальную сетку, дай, она точно идеальная. Давай я расскажу. Короче, давай. Смотрите, все, что я говорил, ставится наоборот. То, что ветер, можете прислушаться. Короче, OG, секрет, полуфинал. На этом моменте мы сломались. Я ставлю на секрет и секрет чемпион. Я ставлю на OG, OG чемпион. Virtus.pro топ 2, инвайт на International, easy. BGVP, Ланая, все круто. Лил, молодец. Да, вечерний валет. Увидимся завтра. Пока.